Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 56 на странице 61 рабочей тетради по математике для второго класса автора Марон. В магазин привезли 25 килограмм груш, 30 килограммов бананов, а яблок на 10 килограмм меньше, чем груша бананов вместе. Сколько килограммов яблок привезли в магазин? Закончи решение, запиши, что знаешь в каждом действии. Сначала мы узнаем, сколько привезли в магазин груш и бананов. 25 прибавим 30, получится 55 килограммов. КГ в скобках. Тире привезли. Груш. И бананов. Точка. А яблок привезли на 10 килограмм меньше, чем груша бананов вместе. Их привезли 55 груша бананов вместе, а яблок на 10 меньше. Вычитаем 10, получается 45. 45 килограммов привезли яблок. У нас стоял вопрос, сколько килограммов яблок привезли в килограмм. Пишем ответ. 45 килограммов яблок. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.